Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех рада вас приветствовать. Спасибо вам большое, что вы поддерживаете мой канал, а также гости моего канала. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, а также оставляйте запросы на те видео, которые для вас более актуальны и интересны. Сегодня я сделаю расклад по просьбе моей подписчицы. Маньяк Анатолий Сливко. И просьба была такова: что было причиной сексуальных перверсий этого человека? Почему он стал таким? Я буду работать на Таро «Универсальный ключ». Что я первое буду смотреть? Это, конечно же, его карту. В каких он энергиях был? Дальше я буду смотреть его подсознание. Это страхи, также амбиции. И что стало причиной сексуальных перверсий? Первое. Его карта. Это будет дуада. Следующее. Его подсознание, его страхи. Здесь будет триада. Следующее. Подсознание, амбиции, которые им руководили. И следующее. Что стало причиной, сексуальных перверсий? Тоже будет три карты. Триада. Я все потом покажу. То, что у меня не поместилось. Открываю все позиции. И буду рассказывать то, что я здесь увижу. Об этом человеке. Об этом человеке можно найти информацию в интернете. Маньяк Анатолий Сливко. Родился 28 декабря 1938 года рождения. Что я увидела в его цифрах? Вселенная математична. Все мы рождаемся в цифрах и умираем в цифрах. То, что я увидела именно в месяце рождения и в судьбе, в его судьбе, есть одно и то же число, которое как раз-таки отвечает за то, что человек был склонен к насилию и к жертвоприношению. Это у него уже было в роду. Конечно же, можно было направить эту личность в нужное русло, но в то время, по всей видимости, не было психологов детских, чтобы это можно было увидеть, чтобы масштабная работа провелась. И опять-таки я хочу сказать, здесь очень важно как раз-таки духовный аспект, что родители вкладывают в ребенка, в его развитие. Что я вижу по его карте, по его энергиям? Очень противоречивые энергии. Во-первых, рыцарь Пентакли перевернутый. Это как бы, знаете, незрелый такой молодой человек, который застрял в апатии, даже, может быть, где-то. Какая-то лень на него иногда накатывалась, потерянность. Это могло быть также разочарование. А полная подавленность могла быть от тяжелых мыслей. И такое могло быть в состоянии именно рецидива. В данный период зацикленность, безнравственность. В негативе 6, 4 и 10 дом в астрологии. Это проблемы со здоровьем. Это как раз-таки психические отклонения. В данный момент
он все время мог поддаваться вот этим мыслям о удовлетворении своих вот этих таких низменных потребностей, влечений, перверсийных влечений. Мысли неконтролируемые, также негармоничные отношения с противоположным полом. Возможно, даже проблемы были с его одноклассниками или однокурсниками. Не всегда мог влиться в коллектив, однако стремиться создать удобные условия для своего проживания. И четвертый дом астрологический – это семья, это корни, это предки. Опять идет в перевернутом состоянии. Это эмоциональная связь с внешним миром, это связь с домом. Все это деструктивно. Это дом детства, отношения с матерью. И десятый дом – это устремление, это амбиции. Это его миссия, его предназначение, его положение в обществе. Опять-таки все в перевернутом положении. Он очень был подвержен влиянию своей матери. Возможно, была суровая критика, пренебрежение. Сделали где-то как-то его замкнутым и неоткрытым. А вот как раз-таки вот по колеснице в прямом положении. А здесь он целеустремленный, амбициозный, трудолюбивый, общительный. Горы свернет, уверенный в себе, умный, хитрый. Держит свои эмоции под контролем. И все держит под контролем. Ведь колесницей же он управляет. Она не сама по себе едет. Активный. И вот как раз-таки он может найти общий язык с подростками. Он хороший стратег и оказывает влияние на окружающих. Он легко входит в доверие. Какие же у него были страхи? Обратите внимание, перевернутый паж кубков. Это всегда эмоциональное состояние неуравновешенности. И его были страхи, что его могут обнаружить. Вот именно пристрастие к мальчикам. Это женственность, но внутри, там спрятано, по пажу кубков. Его интересовали только мальчики, подростки. Это также влечение к детям по перевернутому пажу кубков. Это соблазны, которые разрушают его жизнь. Сливко вообще очень много о себе что скрывал. И в детстве он мог быть высмеян, он очень был ранимым, а также он страдал экспансизмом. И по королеве кубков Сливко мог видеть истерики матери, плаксивость, плохое какое-то, вот, может быть, ведение хозяйства. Он еще мог быть подвергнут страхам еще внутри утробе. Это какая-то вот подлость. Что-то здесь, знаете, вот прям нехорошее. Им постоянно управляли эти страхи. И опять-таки, перевернутый суд. Ну, это очень... Это влияние планеты Плутон. А она также противоречива, поэтому Сливко получал удовольствие от страдания детей. Дальше. Амбиции. По десятке кубков вот как раз-таки была создана семья, дети. Это желание выйти на качественный уровень, это получать наслаждение. Это прикрыться семьей. По повешенному старшему аркану это искать новые жертвы, это ощущать себя всесильным на фоне жертвы насилия.
И по тройке Пентакли перевернуты его амбиции. Это справиться со всем самому в одиночку, проявить профессионализм, а главное – удачно выбрать профессию. И что же явилось причиной сексуальных перверсий? Как раз-таки я могу сказать, вот по двойке, по прямой, по мечам, он отвернулся от интуиции. Он отвернулся от своих чувств. Здесь идет такая как бы погруженность в себя. И в то же время слегка столкнулся с чем-то неприятным. Вот что-то в нем внутри было, и он мог также столкнуться с этим чем-то неприятным во внешнем мире, и он пытается закрыть глаза. Путь к чувствам, еще раз говорю, отрезан. Он шел на поводу у своих мыслей, то, что ему выдавало его подсознание, его страхи. Нет духовности и духовного развития абсолютно нет. Его интересует вот эта вот животная страсть, первобытная страсть, им управляет. И у него причем не было ведь желания у Сливко преодолеть эти страхи. Он постоянно что-то переживает внутри. И опять-таки даже могу сказать вот по этой карте, это были также могли быть связаны переживания еще до его рождения, внутри утробное какое-то сильное переживание внутри него. И по иерофанту, конечно же, это вот по тузу Пентакли это в первую очередь получить вот это счастье, да? Счастье, но на каком уровне? Только на телесном уровне. Вот что могло привести, что явилось причиной получать именно счастье от сексуального удовлетворения, вот этого вот искаженного. И по иерофанту это воплощение праведности человека, а у Сливко ее не было совсем. Это наставник, это учитель. Да, и он оказался учителем, но каким? Он оказался учителем-маньяком. У него нет духовности, у него нет духовной нравственности. Все, что с ним происходило вообще в его жизни, это, конечно же, нужно глубокие корни искать в его детстве. И именно даже еще до его рождения. Но вот в данный момент то, что я вижу, и по тому числу рождения, когда он родился, вы знаете, конечно, этому человеку очень много было дано. Он был достаточно хитрый, достаточно умный и прозорливый. Это также по его карте это видно. Он долгое время... Ведь почему человек с двойным дном? Он долгое время мог скрывать свое истинное лицо. И плюс еще он взялся за учительство. Понимаете? То есть он максимально приблизился к детям. А интерес у него, по пажу кубков перевернутый, у него был всегда. Он этого не осознавал. Но его абсолютно не тянуло к противоположному полу. И опять-таки здесь нужно причину искать глубоко в семье. Возможно, ничего нового, конечно же, я не открыла и не сказала. Мог бы он быть другим человеком? Конечно. Нужно видеть ребенка, нужно его развивать. 5 детей, 1 ребенок или 3 ребенка, сколько угодно. Нужно учитывать характер. Это уже маленький человек, это уже личность. И, конечно же, нужно обращать внимание на какие-то мелочи, на детали. Я понимаю, что за всей этой суетой матери иногда некогда просто в силу, потому что она вынуждена кормить, прокармливать свое потомство, обращать внимание, какое у него настроение, там, что он любит, кто там его обидел, кто не обидел.
Это все, конечно, понятно, но отсюда, вот отсюда и идут все проблемы детские, и потом они выливаются во взрослую жизнь вот такими трагедиями. Конечно, там что-то однозначно было в семье, но и плюс ко всему, он сам по себе был такой. Человек, которому нравилось, когда мучается кто-то, а особенно маленький ребенок, потому что дети – это самые незащищенные существа в человеческой природе. Ребенок, он беззащитен, а ему нравилась вот эта жестокость, потому что он страдал именно в детстве, конечно же. Насколько мне известно, этот человек получил расстрел, расстрельную статью. Но я считаю, что маньякам только там и место. И именно такое наказание должны получать маньяки, а никак по-другому. Не сидеть на шее у государства, люди платят налоги, чтобы содержать этих вообще нелюдей, потому что их уже ничто не исправит, они уже такими родились. Исправить человек может, в принципе, все только сам, через свой духовный поиск и осознавание всех своих пороков. Это огромная-огромная работа над собой. Если вам понравился мой рассказ, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Берегите своих детей, берегите себя. Всего вам доброго.